помогают приблизиться к рассмотрению того, как мыслит великий инвестор. Поэтому здесь мы собрали для вас 33 книги, рекомендованные к прочтению Уорреном Баффетом. «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию». Автор – всемирно известный экономист и авторитетный профессиональный инвестор. Главное внимание уделяет не анализу ценных бумаг, а принципам инвестирования, предлагая действовать разумно и осторожно, независимо от поведения фондового рынка. Бенджамин Грэм показывает, как много возможностей открывается перед инвестором, ведущим себя как расчетливый бизнесмен. Анализ ценных бумаг. Книга «Анализ ценных бумаг» впервые была опубликована в 1934 году и является одной из самых значимых финансовых книг, когда-либо написанных. Продав более миллиона копий в 5 изданиях, она представила поколениям инвесторов вневременную философию и методы инвестирования Бенджамина Грэхэма и Дэвида Дода. «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-стрит». Истории об Уолл-стрит наполнены драматизмом и приключениями. Книги раскрывают махинации и изменчивый характер мира финансов. Проницательный репортаж автора Джона Брукса настолько полон индивидуальности и критических деталей, что смотрит ли он на поразительный крах рынка 1962 года, крах известной брокерской фирмы или смелую попытку американских банкиров спасти британский фунт, возникает ощущение, что история повторяется. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы. В настоящий сборник вошли три работы известного американского специалиста по ценным бумагам Филиппа Фишера, по праву считающиеся классическими произведениями в данной области. В книге приводится методология выбора компаний, перспективных с точки зрения инвестиций, подробно изложены автором в так называемых 15 пунктах. Даются советы о том, как правильно составить инвестиционный портфель, а также выбрать момент покупки и продажи обыкновенных акций. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями. В книгу вошли письма Баффета к акционерам Berkshire Hathaway, написанные в течение последних десятилетий. Они представляют бесценный обучающий материал и отражают глубокую инвестиционную философию. В лаконичной и легкой для восприятия книге собраны точные и афористичные высказывания о природе бизнеса и инвестиций, а также затронуты важнейшие для менеджеров и инвесторов темы. «Альманах бедного Чарли». Книга «Альманах бедного Чарли» наполнена остроумием и мудростью Чарли Мангера. В ней содержатся его выступления, интервью и лекции. Книга была написана в сотрудничестве с Чарли Мангером и Уорреном Баффетом. Уникальное мировоззрение Чарли, то, что он называет междисциплинарным подходом, представляет собой саморазвитую модель ясного и простого мышления, хотя и далеко не легкую. А самым важным – нетривиальное решение для думающего инвестора. Говард Маркс, председатель и соучредитель OAC3 Capital Management, известен своими проницательными оценками рыночных возможностей и рисков. Основываясь на многолетнем опыте, Говард Маркс преподносит читателям ключи к успешным инвестициям и рассказывает о подводных камнях, которые могут разрушить капитал или разрушить карьеру. Используя отрывки из своих заметок, Маркс использует множество примеров, детализируя развитие инвестиционной философии, которая полностью признает сложности инвестирования и опасности финансового мира. Правила лучших SEO. В основе книги – исследования SEO, которые при любых обстоятельствах опережали рынок не менее чем на 20% в долгосрочной перспективе. Выделено 8 руководителей и подробно рассмотрено, что они делают иначе. Автор разрушает многие стереотипы о бизнес-лидерстве. Он утверждает, в частности, что не стоит переоценивать важность харизмы и большого опыта. Многие из записанных в этой книге SEO не обладали ни тем, ни другим, что не помешало им стать лучшими. Большая мечта. Всего за 40 лет это бразильское трио построило самую большую империю в истории бразильского капитализма и вышло на мировую арену. Разработанный ими метод управления, за которым следят его сотрудники, основан на меритократии, простоте и постоянном сокращении расходов. Их культура столько же эффективна, как и беспощадна, и не оставляет места для посредственного выступления. Джек. Мои годы в General Electric.
За 20 лет у штурвала General Electric Джек Уэлч опроверг традиционные представления и превратил стареющую компанию в конкурентоспособную, активно растущую и новаторскую компанию. Джек Уэлч знакомит нас с событиями своей удивительной жизни – от детства в рабочей семье до управления самой успешной компанией мира. Инвесторы против спекулянтов. Кто на самом деле управляет фондовым рынком? В течение своей 60-летней карьеры в индустрии взаимных фондов основатель Vanguard Group Джон Богл стал свидетелем огромного изменения культуры финансового сектора. Богл рассказывает историю индексного взаимного фонда, как он его создал и как биржевые индексные фонды изменили его первоначальную концепцию долгосрочного инвестирования. Книга заканчивается 10 простыми правилами, которые помогут инвесторам достичь своих финансовых целей. Где яхты клиентов? Эта юмористическая и занимательная книга раскрывает глупость и лицемерие Уолл-стрит. Название относится к истории о посетителе Нью-Йорка, который восхищался яхтами банкиров и брокеров. Наивно он спросил, где все яхты клиентов? Конечно, никто из клиентов не мог позволить себе эти яхты, хотя они покорно следовали советам своих банкиров и брокеров. Эта книга открывает глаза инвесторов на реальность Уолл-стрит, где брокеры становятся богатыми, а их клиенты терпят поражение. Становление президента. Книга «Становление президента» произвела революцию в освещении современных президентских компаний. Впервые зафиксированные в рамках компании отчеты, обширные исследования Уайта и доступ ко всем участвующим сторонам устанавливают высокую планку освещения компании и не имеют аналогов. Уайт нарисовал незабываемую, даже мифическую историю о Кеннеди против Никсона и больше всего он наполнил процесс выбора президента страны величием, с которым поздние политические писатели редко сталкивались. Эссе в убеждении. В статьях по Версальскому договору Джон Кейнс ясно предвидел, что чрезмерные требования союзников о репарациях и компенсациях приведут к экономическому краху Германии. В эссе Кейнса об инфляции и дефляции читатель может найти идеи, которые должны были стать основой его самого известного трактата «Общая теория занятости, процента и денег. Руководство разумного инвестора». Руководство разумного инвестора является классическим руководством к разумному пониманию рынка. Легендарный пионер взаимных фондов Джон Богл раскрывает свой ключ к получению большего от инвестиций – недорогие индексные фонды. Богл описывает простейшую и наиболее эффективную инвестиционную стратегию для создания богатства в долгосрочной перспективе. Стресс-тест. Будучи президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка, а затем секретарем казначейства президента Барака Обамы, Тимоти Гейтнер помог Соединенным Штатам справиться с наихудшим финансовым кризисом со времен Великой депрессии. В откровенном, захватывающем и исторически освежающем мемуаре он уводит читателей за кулисы кризиса, объясняя трудные выборы и политически неприятные решения, которые он принял, чтобы восстановить сломанную финансовую систему и предотвратить крах экономики Уолл-стрит. Сделано в Америке. Как я создал Walmart. Познакомьтесь с настоящим американским народным героем, выходцем из обычной семьи, Сэмом Уолтоном, который превратил единственный магазин в маленьком городке в крупнейший в мире ритейл Walmart. Искренне скромный, но всегда амбициозный и уверенный в своей способности достигнуть большего. В своей автобиографии Сэм делится своими мыслями в откровенном и прямолинейном стиле. Психология влияния. В этом широко известном бестселлере New York Times доктор Роберт Чалдини, главный эксперт в области влияния и убеждения, объясняет психологию того, почему люди говорят «да», и как этически применить эти принципы в деловой и повседневной жизни. Вы узнаете о 6 универсальных принципах влияния и о том, как их использовать, и что не менее важно, о том, как защитить себя от нечестных попыток влияния. Персональная история. В этом бестселлере, получившем широкую известность, содержатся мемуары Кэтрин Грэм, женщины, которая управляла Вашингтон-Пост, пройдя через скандалы с бумагами Пентагона и Уотергейтом. В книге она смело, откровенно и достойно рассказывает свою историю, которая необычайна как для событий, которые она охватывает, так и для нее. Хромая по воде.
Будучи первым сотрудником начинающего медиа-стартапа в 1955 году, Фил проработал более 40 лет, когда Capital Cities стала одной из самых влиятельных и успешных медиакомпаний Америки. «Хромая по воде» — это рассказ из «Грязи в князи» об обездоленном мальчике, родившемся с церебральным параличом, который благодаря удаче, отваге, силе, характеру, мастерству, настойчивости и лояльности поднялся, чтобы стать руководителем одной из самых уважаемых и успешных в Америке медиакомпаний Capital Cities Communications. Взять улицу. В книге «Взять улицу» Артур Левит, председатель комиссии по ценным бумагам и биржам в течение 8 лет при президенте Клинтоне, представляет наилучшую инсайдерскую информацию, такую, которая может помочь честным небольшим инвесторам защитить себя от намеренно запутанных уловок с Уолл-стрит. Сначала мечта. Уоррен Баффет прочитал «Сначала мечта», а затем купил «Клейтон Хоум». Это увлекательная история, когда во время депрессии мальчик обнаруживает, что тяжелая работа и упорство являются ключом к воплощению его мечты. «Сначала мечта» содержит практические и простые для понимания деловые уроки, которые предприниматель может использовать в своей жизни. Правила инвестирования Уоррена Баффета. Используя письма, которые Уоррен Баффет написал своим партнерам в период с 1956 по 1970 год, финансовый консультант представляет основные правила инвестирования известного инвестора, которые актуальны сегодня. Джереми Миллер рассказывает, как эти письма предлагают нам более точный взгляд на ум Баффета и предлагают доступные уроки по контролю и дисциплине, эффективные как на бычьем и медвежьем рынках, так и во всех типах инвестиционного климата, которые являются основой его успеха. Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем. Книга рассказывает историю основателя Nike Фила Найта. Выйдя из бизнес-школы, Фил Найт одолжил у своего отца $50 и основал компанию с одной простой миссией – импортировать высококачественные недорогие кроссовки из Японии. Уоррен Баффет. Танцуя к богатству. Когда Кэрол Лумис впервые упомянула малоизвестного менеджера хедж-фонда в Омахе в статье Fortune 1966 года, она и не мечтала, чтобы Уоррен Баффет однажды стал величайшим инвестором в мире. Теперь Лумис собрала и обновила лучшие статьи Баффета, опубликованные Fortune в период с 1966 по 2012 год, в том числе 13 обложек и дюжину статей, написанных самим Баффетом. «Бегущий налегке». Питер Петерсон – пожизненный республиканец, председатель Blackstone Group и бывший министр торговли при Никсоне, разрушает мифы неопровержимыми фактами. Автор повествует о том, как республиканцы, так и демократы заложили будущее Америки за счет безрассудного снижения налогов, неконтролируемых расходов и бухгалтерского учета в стиле Enron в Конгрессе. 10 принципов провала в бизнесе. Дональд Кеоф, бывший топ-менеджер Coca-Cola, а ныне председатель совета директоров элитной инвестиционно-банковской компании Allen & Company, стал свидетелем множества неудач в своей 60-летней карьере, включая New Coke. Теперь этот государственный деятель рассказывает, как великие предприятия попадают в беду. Даже самые умные руководители могут попасть в ловушку веры в свою непогрешимость. Эта беззаботная книга включает в себя анекдоты из длинной карьеры автора и других печально известных неудач. Инвестирование между линиями. Инвестирование между линиями представляет революционный метод оценки финансовой целостности компании. Вам не нужен особый доступ к инсайдерской информации или степень в области бухгалтерского учета, чтобы понять это. На самом деле, секрет прямо перед вами в черно-белых тонах, а именно в словах каждого письма акционерам, годового отчета и корпоративной корреспонденции, которые вы получаете. Несколько уроков для инвесторов и менеджеров от Уоррена Баффета. Питер Беверли начинает книгу с мудрости Уоррена Баффета. «Я лучший инвестор, потому что я бизнесмен, и лучший бизнесмен, потому что я инвестор». Эта книга о том, как менеджеры и инвесторы могут повысить свои шансы на успех и уменьшить вероятность причинения вреда, если менеджеры могут думать больше как инвесторы, а инвесторы больше как бизнесмены. Человек за микрочипом. Получив звание Томаса Эдисона и Генри Форда из Силиконовой долины, Роберт Нойс был блестящим изобретателем.
ведущим предпринимателем и смелым рискующим человеком, который пилотировал свои собственные самолеты и катался на лыжах в горах, доступных только на вертолете. Самые умные парни в комнате. Примечательно, что относительно недавно считалось, что Enron олицетворяет собой великую компанию новой экономики с ее стремительно растущей прибылью и ценой на акции. Но это было до того, как Fortune опубликовала статью Маклина, в которой задавался, казалось бы, невинный вопрос: как именно Enron зарабатывает деньги? С этого момента карточный домик Enron начал рушиться. Теперь Маклин и Элкинд провели гораздо более глубокое расследование, чтобы предложить исчерпывающую книгу о скандале с Enron и об очаровательных людях, стоящих за ним. В неопределенном мире. С ранних лет в легендарном арбитражном департаменте в Goldman Sachs до своей нынешней должности председателя исполнительного комитета Citigroup Роберт Рубин был главной фигурой в центре американской финансовой системы. Рубин предлагает проницательный, острый анализ некоторых из наиболее важных событий в недавней американской истории и представляет четкий, последовательный подход к мышлению о рынках и борьбе с новыми рисками глобальной экономики. 40 попыток. Если бы кто-то дал вам 3 миллиарда долларов, чтобы сделать что-то великое в мире, что бы вы сделали? В 2006 году легендарный инвестор Уоррен Баффет поставил этот вызов своему сыну Говарду Баффету. Говард намеревался помочь самым уязвимым людям на Земле, почти миллиарду людей, которым не хватает элементарной продовольственной безопасности. И Говард дал себе крайний срок – 40 лет, чтобы направить ресурсы на решение этой проблемы. Если вам было полезно, подпишитесь на канал, поставьте лайк и расскажите друзьям об этом видео.